Ой, здравствуйте, мои хорошие. Смотрите, а у нас тут аниматор сбежал. Не-не, я это одевать не буду. Как-нибудь без меня. Здесь у нас нудисты. Тут семья у них. Вот. Приди в себя. Приди в себя. Ау. Ау. Ноги свои рассматривает. Как будто бы только что получила это тело. Да, это ж аватар у нас. Ты что, поднял на женщину руку? Что? Приглашает к прыжку. Зачем мне с ним прыгать? Ё-моё, я зашел в сквады. О, май гад. Придется что, включить команда? Лё. Понятненько. Ага. Пайна, что за... Здесь лет-то сколько? А, тут уже двое выпрыгнули. У нас очень командная игра, ребят, не переживайте. Да-да-да, детки. Все, ладно, пока. А как это я протупил и не глянул, что мы тут играем с квадами? Плохо, конечно, что нас так раскидало. Если бы мы хотя бы примерно в одной области были бы, я думаю, было бы получше. А так... Будто бы я такой прожженный воин, туда соло против сквадов. Ну-ну. Не, ну карта хотя бы хорошая. Эта карта больше всех пока нравится. Давай, бери тут первую хронику. Будем еще его стрелять. Против сквадов я тут даже не играл еще ни разу. О, о, давай хотя бы хоть что-то возьмем. ПМ-ка нормально у нас подъехала. Прицел. Пор. Одно удовольствие. Так, плохо слышу. Сейчас я поднавалю звука. Нужно будет отстреливаться, если там несколько полов зажимают. О, кто-то есть. Там был. Явно сам упал. Понятно, почему ты... О, да. Давайте тебя возьмем. По-моему, у меня пуля летит 100 лет. Не, нормально. Блин, ну это, конечно, будет жестко напороться прям сразу на сквад. Дело с одним стреляться. Ладно, еще у меня... Имеется у нас там, ребята. Ага, мне двигать в зону надо, вот. Ну, эти ребята сами на меня и выйдут. Зона начнет. О, вертикалка. Да, видишь? Я готов. Давай. Тогда наберем высоту. Там вот ребята будут как-нибудь бежать. Вот, да, вон они. Рядом. Не надо так делать. Я так и не понял того, что там ревайвят, не ревайвят, что произошло. Пекли меня. Надо запуститься пока. Ага, у меня тут одного второго, походу, нокнули. Слева один еще точно есть. Его отыскать.
Неплохо пошло. А, так вы с разных сквадов. Забавно. Серьезно, ты не выйдешь? Ну ты же не умрешь за зоной. Блин, а куда вы себе? В смысле, это сколько в него нужно было попадать? Ай-яй. Не надо было вот это вот вытворять, вот не навел. Так, а тут уже прям понятно. Вот то, что называется пад. Но было весело. Значит, нам было весело. Думаю, сейчас сыграем по сейвови. И попробуем сыграть на победу. Честно, хочу в липовку. Но это противоречит моему желанию сыграть по сейвове. Потому что по сейвове это значит нужно выпрыгнуть попозже. Липовку мы уже пролетели. Новорепная не светит. Починки надоели. Буду в Приморск падать, да и все. У нас в кабине до сих пор люди есть, ничего себе. Тупо есть. Что бы это могло значить? Нам надо будет идти в дома. И бери. Там мы там все попали. Прилетело. Но у нас походу далековаст. Так, а где наш воин? Идет скоро меня убивать. Полый бега. О. Мысли, это вот настолько дробь у нас плохо работает. Работа, по-моему. Есть что-то нормальное. Давай хоть это. Я все-таки. Мне надо было и там патроны забрать. Имею надежду найти М-ку. Давай. Просто запаркуря. Я вижу плаш. Оп, если я хочу забрать, мы будем ее приманивать. Она понимала. Потому что по зоне. А, по воде, если. Берем. Куда делся тут? Подождите. Я думаю. Что у нас там? А, это может быть где угодно. На чужой корешок не разеваем роток.
И бери. Что будет? Где-то лежит и ждет меня. Чего боимся? Сейчас тебя просто... Оль! Ты в лобби, ну блин, ну... Ты боится. Чего бояться? Ничего страшного, нажимаешь выйти, там всякое такое. Вот. Я хотел. Привет, моя хорошая. А ты что принесла мне? Вот и М-ка моя, я же говорил, я ее найду. Тихо, тихо, тихо. Ладно, мы туда пока ревизию проведем. Только нам уже не надо. Лодки головой хватит. А голограф мы не хотим, да, забрать? Где? Что там, суперстратег у нас, что ли? Или что он придумал? Ну что, я сюда сейчас забегу. Он меня тут такой коц, коц, коц. Приморск, спасибо, лута дал, киллов дал. Можно попытаться, кстати, под мост. Да, реализую ли я там потенциал воина. Вообще кар есть, икс есть. Ух ты, молния у нас бывает. А давай, плыви. Опа! И тут у нас имеются люди. Мы весь бенз используем. Все, и бенз как раз закончился. Блин, красная зона. Классно. А, и обычная зона, он тут как раз тоже пришла. Секундочку. Я не для того такой долгий путь проделал, чтобы тут сейчас слиться. Как-то все тихо выглядит. Что мы получим? Там опять на зону. И на у нас... Вы представляете? Да, это был не бот, это чувак. Я в шоке. Ну вот как вот с такими играть? Это же те, которые сидят до последнего, а потом тебя в спину убивают, потому что ты думаешь, что никого нету. Кто почекал? Капец. Вот это меня отвело, просто карту посмотреть. По-любому бы сейчас меня убил бы, но я даже не ожидал бы, что он есть. Жестко. А что не едет? А, колеса пробиты. Понял. Там баги-то было. А, мне, наверное, все-таки надо сменить. Да, и плохо, что у меня нет ни глушителя, ни компенсатора. О, тут кого-то убивали. Вот у них, наверное, заруба была в обоих. Но вот их нет. Мне можно в какие-то горы залететь, потому что у меня есть 8x. Я вообще очень зрячий. И далеко могу стрелять.
Опять надо ехать. Нормально так ехать. Оу. Он где-то остановился. Остановился. Я так и не понял, лечился он или меня пытался лутануть. Тело убиенного — это святое же дело, мы же понимаем. Ого, у него тут чего только нет. Ё-моё. Так, поехали тогда в зону, чего же мы ждем, да? И вызовем себе дроп. Оу, йо. Давай, 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 мой хороший. Под горочку. Пошифтим. Ай, тихо, 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 тихо. Не врезался. Там еще один дроп какой-то летит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты же джип, ну спорный. С кем справишься? А ема это шел, он по жопе так хорошо попал. А я вот сюда как-то приехать. Ясно, я придумал. Блин, а мне бы того чувака закрыть. Даже. Ау. Блин, он такой простой. Как он не... И наш он и ну расклад же берем. Это далеко даже.
Так, а продвигаться туда надо. Импы все равно подавят. Да вот. Опки. Она пока на моей стороне, сейчас просто тачку беру и еду. Податься. Появился. Фак, а ничего, что как это ты так прифайером выскакиваешь? Наверное, палево, да? Нормально ты вообще палишь. Я не удивлюсь, если у него читы, он тупо видит. Ха. До последнего как. Три граната у тебя, так. А еще есть что-то? Да. Ладно, хорошо, разбирайтесь. Зафокусились на мне, блин. Там в одной тиме, да? Отдуваться. Больше всех надо. Да ну как ты это делаешь? Вот как можно угадать, что я тут? Гранаты что? Здесь понял. Вот так вот, мой хорошенький. Топчик. Как и было запланировано. И на этом уже можно попрощаться. До новых встреч.